предыдущей игре Человек-паук? Это еще кто такой? Кто посмел помешать мне? Человек-паук? Он выкрал прибор. Это был Эдди Брок. Я сначала не мог поверить, что это твои проделки. Но теперь мне больше не нужно никаких доводов. С первым закончили, переходим ко второму. Никто не сможет управлять симбиотами, никто! Теперь Человек-паук 2. Давай, выкладывай все, что тебе известно. Даже не надейся! Да ну! Не думаю, что эта паутина сможет долго продержаться. Ну, хорошо, ладно. Они говорили про 18-й ангар. Но это все, что мне известно, я клянусь. Вот и поладили. А ты, выходит, не так уж глуп, как выглядишь. Осторожно! Ну же, давай вставай, я же еще ничего тебе не сделал. Шокер, какая приятная встреча. Испачкался. Тебе от меня не скрыть. Куда ты забросать их коробками? Тебе от меня не скрыть. Что случилось? Ты из школы электриков? Тебе от меня... Мне надо скорее... Айо, я не отдам тебе! Держись как мужчина, слабак! Держись как мужчина, слабак! Держись как... Давай, Шокер, выливай это! Ну-ка, скорей! Ну что ж, вот тебе и конец. Мы прилично продвинулись вперед. Нет! Мне это нравится. Сейчас огонь доберется до бочек. Мне кажется, на сегодня достаточно. Это огромное достижение, Шокер. Когда угодишь за решетку, подумай о своей роли в этой игре. Хорошо? Итак, о чем говорил этот осел? 18-й ангар. Ну что ж, тогда эти... Герман Скул изобрел в тюрьме Шокер. Именно им он пользуется при совершении преступлений. Сопротивление бесполезно, леди, вы пойдете с нами. Шестью вы не управитесь. Электро мог бы сделать из вас тостеры. Чего стоите, болваны? А ну живо! Догнать ее!
Ты что, хотел убежать с ней? Я всего лишь хотел посмотреть, чем все это... Останется! Сильная смесь! Достанется! Достанется! У тебя голова в гуталине? И где? Сильная смесь! Достанется! Посиди-ка здесь, пока не прибудет подмога. Судя по всему, эта женщина и есть Электра. Что здесь происходит? Да, я смотрю, без посторонней помощи не обойдешься. Мне известно, что она работала в биотеке. Так, нужно выяснить, что же здесь все-таки происходит. Ну же, давай, давай! Похоже, доктор здорово влип. Вот... Теперь правитель мафии — это убийца в прошлом. У него в голове вживленная адамантовая плата. О, черт. Вряд ли это сделали ящерицы, кто бы мог все это натворить. Эй, доктор, где ты? Я хочу знать, что все в порядке, ну же, ну. Релакс! Эти контейнеры могут содержать материалы, над которыми работал доктор Коннор. С помощью паутины их можно извлечь оттуда, тогда я смогу одолеть ящерицу и освободить доктора. Работает формула 1. Ты уверен, что эти стены твердые? Эксперименты доктора по ДНК связывают с ящером. Действует формула 2. Я не собираюсь платить за безобразие. Работает формула 1.
действует формула 2. Что с тобой случилось? Здесь был Электро. Он искал данные о проекте Бионексис. Он собрал все компоненты, но прибор все равно не работает. А что это за штука? Этот прибор способен поглощать и передавать биоэлектрическую энергию живых существ. Для этого он и нужен Электро, его надо остановить. Но как это сделать? Доктор Ватс хранит всю информацию в секретном файле в лаборатории, которая находится в другом крыле комплекса. Спасибо. Кем бы ты ни был, Человек-паук, но тебе все равно ничего не удастся. Ящерицы являются результатом неудачного эксперимента. Что здесь происходит? Надеюсь, компьютер не поврежден. Так, получилось. Так, посмотрим. О, черт, вот это да! Где можно взять камень такой величины? Вот это удача. Посмотрим. Ага, песочный человек боится воды. А это, наверное, водяной насос. Если увеличить давление, будет довольно интересно. Так, где-то... Я на верном пути. Если песочный человек промокнет, он без помощи. Купайся в лужу, паук! Ха-ха! Больно! Вот так! Тебе почти сочувствую, парень! Ты уже мертв! Я достаточно. Ты уже мертв.
Больно! Давай, давай! Давай, давай! Больно! Кажется, охрана идет к лаборатории. Пора сматываться. Замечательно, будем надеяться, что Электро не умеет читать. Хотя все равно ему об этом ничего не известно. Надо поторопиться в музей. А как же доктор? Электро заставит ее запустить прибор в работу. Вот черт, ей угрожает опасность. Ну что ж, будем надеяться, что... Уильям Бейкер стал песчаным человеком после аварии на испытаниях атомного оружия. Электро, сдавайся! Ты не взял заложника и у тебя нет камня! Электро силен и без камня, нужно поскорее с ним что-то сделать! Ты ничтожество по сравнению со мной! Оп! Нет, Электро может все против меня использовать! Пошел вон! Ты ничтожество по сравнению со мной! Пошел вон! Ты ничтожество по сравнению со мной! Назад! Смерь это! Гоу! Ты мне не противник! Гоу! Спайдермен, довольно шуток. Ты ничтожество по сравнению со мной. Так, сегодня ты будешь... Меня не остановить. Вы еще не знаете. А, вот и лазеры, здорово получилось. Генераторы подействовали на Электро. Мне не противник! Ты ничтожество по сравнению со мной! Без волоства простая драка. Сегодня ты будешь портить.
Ты ничтожество по сравнению со мной! Макса Дилана попала молния, когда он работал на электролинии. Он остался в живых, но стал жутким дегенератом. Его зовут Электро. Надо спрятать его в надежном месте. Отдай мне камень, Человек-паук. Отдай мне камень, или она умрет. Предлагаю обмен. Ты мне камень, я тебе доктора. Я стану всемогущим еще раньше, чем она добежит до тебя. Я так не думаю, Электро. Шах и мат. А? Воу! Ты живой? По-моему, в меня попала молния. Где Электро? Он ушел, но куда не знаю. Кажется, я знаю. Не слишком ли ты высоко метишь? Я иду, Электро. Сегодня тебе конец. Сегодня ночью Электро станет всемогущ, как бог! Электро станет всемогущ, если мы с ним не покончим. Из строя все передатчики. Пытайся перезарядить сейчас. Сначала нужно отключить это. Для меня тут не зажарит Электро. Спайдермен, пришло время. Готовься к смерти! Можно в этом разобраться. Чтобы заряжаться от разбитой вышки, Электро. Готовься к смерти!
Эль пора! А добро всегда сильнее зла. Что все это значит? Тут мне, пожалуй, никто не поможет. Фулл хаус. Тузы против королей. Сыграем еще разок. Мне никогда не везло в игре в покер. Господи, я был так близок. Если бы не этот проклятый Человек-паук, я бы уже достиг статуса самого бога. Ну-ка, заткнись. Давай лучше сдавай карты. Можно сыграть в другую игру. Как насчет преферанса? Воспитанные добрые герои нашей игры. Бандиты ждут денег и распоряжений хозяина. Задача этого преступника — убрать каждого, кто ему мешает. Отличные солдаты, великолепны в бою и здорово владеют оружием. Осторожней, Спайди, охранники служат Хаммерхеду. Это сторонники Молотоголового. Охрану и представителей технического персонала можно рассматривать как препятствие на твоем пути. Они тащат снаряды, которыми уничтожают противника, и еще не обладают инфракрасным зрением. Этот экземпляр слаб, но ведь он может позвать других на помощь. Прошло немало времени, и теперь Электро раздобыл меч-молниеносец. Если Электро соберет Биоэлексис, тогда он постоянно будет подпитывать его энергией, которая поможет ему в битве с Человеком-пауком. Ученый и красавица, доктор Вотс. Она создала прибор Бионексус с помощью этой экспертизы. Он получает энергию при физическом контакте. Он по праву признан супергероем, как и Человек Икс. Движимый мечтой о мирном сосуществовании человека и мутантов, профессор Карл Экзивер создал Человека Икс. Не только женщины, но и мужчины нуждаются в защите в этом жестоком мире. Человек Икс борется с тиранией как на стороне людей, так и на стороне мутантов. Доктор Маккой спасает мир, если не занят переговорами с известными политиками и учеными.